Страна готовится к переписи населения, но считать в этом году будут не только людей, еще и предприятия. Точнее, малый бизнес, и это обязательно. Принцип простой. Необходимо заполнить анкету с данными о компании на госуслугах или сайте Росстата. Информация отправится статистикам от них уже в правительство страны. Это обследование, которое проводится раз в 5 лет, оно позволяет нам дать более полную картину о состоянии вот этого сектора. Тем более сектор, мы знаем, что проблемный сектор, трудный, но сектор необходимый в нашей жизни. Его нужно, естественно, поддерживать, как это делается во всех странах.